у початку війни, які винні в тому, що точиться це збройне протистояння, це збройна агресія Російської Федерації. Ви можете побачити... Військових злочинців Сербія теж більше не прагне до геополітичних авантюр по закупленню території країн колишньої Югославії. Після вступу в силу обвинувального вироку спеціального кримінального суду над колишнім іракським президентом Саддам Хусейном та його співвічниками Іран більше не прагне анексувати Кувейт. І після обвинувальних вироків щодо осіб відповідальних за геноцид на території Руанди та сусідніх держав Міжнародного трибуналу по Руанді, що існував у 2014-2016 рік, як допомога міжні органи Організації Об'єднаних Націй, всякі насильство і злочини, які були в Руанді, вони також більше не відбуваються. Тобто це 5 прикладів, я зараз вам навів, які свідчать про те, що там, де відбулось міжнародне кримінальне правосуддя, все більше ніяких міжнародних збройних конфліктів на тих територіях не відбуває. Я розумію, що багато в чому, і дійсно теж, скажімо так, багато правників, вони згодні з цією думкою. Доброго дня. Доброго дня. Всіх зі святом вітаю. З чотирма святами. Покрова. Раз. Далі. День сьогодні Збройних сил. День захисника України. Два. Агресія, окупація повинна нав'язати своєму геополітичному ворогу і противнику свої правила гри в рамках максимального використання потенціалу всіх міжнародних інстанцій, а головною з них є Міжнародний кримінальний суд. Дякую за увагу. Якщо є питання, хочу послухати. Різні рівні. Да. Я кажу про повернення до Конституції і на базі цього. Бо якщо ви цього не скажете, думає бабка на базарі Тора. А коли ми кажемо, виконайте те, що тут написано, те, на чому ви руку поставили, або рука хай у тебе відсохне, або виконуй. Крака. Абсолютно відповідально. Маючи спілкування з, я не кажу про вагнерівців і так далі, тут взагалі тягне на те, що... Шановні друзі, я так зрозумів, що перед закриттям, стоп, можна, якраз, от ви бачите, не хочете якраз, ви виплюснулись і не хочете до чого. Юра, Наталія, увага, друзі, в мене є пропозиція, одна пропозиція. Всі ті, хто був сьогодні, крім тих, хто за згодою, то і тих, хто там, да, десь там, незрімо поруч, крім цих, вони мають бути проголосовані сьогодні як члени групи, міжвідомчої групи від громадськості. Крапка. Ми свій уже крок зробили, тепер буде м'яч. На стороні, так, дівчатка. Може, поперек? Стоп, когось дівчат? Ні. Стоп, секундочку, стоп, поки не знімай. Дівчата, так. Давайте, ні, дівчата, запис до книжки потім. Я думаю, що це було років раніше. Об'єктивно трохи. Тому що зараз в іншій сери, ви бачите, ми маємо все, що сьогодні працювали в нас. Об'єктивно. Я розумію, закончились громадські слухання при Міністерстві юстиції. Юр, розкажи, ти як організатор, хто був, поіменний, з яких міністерств, спілок? Это общественное слушание. Прошли только что общественные слушания при Министерстве юстиции Украины, были организованы Международной ассоциацией институтов национальной политики, Луганской правозащитной группы и Международным фондом эффективной демократии. Вице-президент фонда Борис Стамахин, известный писатель. Эти слушания необходимы для того, чтобы услышала власть, и представители власти сегодня были со стороны СБУ и Генеральной прокуратуры. К сожалению, депутаты Верховной Рады из профильных комитетов, это по правоохранительной деятельности и
национальной безопасности и обороны не пришли, хотя подтвердили, что их представители примут участие в этих общественных слушаниях. Это, к сожалению, затруднило в определенной мере коммуникацию. Но, что важно, было сегодня принята резолюция общественных слушаний круглого стола на тему проблемы привлечения к уголовной ответственности, как имеется в виду индивидуальной, так и коллективной страны-агрессора и оккупанта, а также ее должностных лиц и их пособников за оккупацию суверенных территорий Украины. В резолюции обозначает, что депутаты Верховной Рады должны срочно ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Это как главный контр имплементации в Украину, в таких законодательствах Украины, норм международного уголовного и гуманитарного права. То есть основное твое выступление было по поводу именно как раз, да, то есть... И второе, тоже основное, это да. Закон о противодействии российской агрессии. Да, абсолютно. Это альтернатива закону об иностранных агентах, то есть Россия скупает, то есть агентура скупает предприятия, скупает телеканалы, скупает людей, подкупает чиновников и адекватно, и финансируется это через прямые или теневые каналы, политические партии, то есть вмешивается в политику, и агентура сейчас со сменой в администрации президента Путина, там сменили агрессивную политику Суркова на Козака, да, и сейчас идет как бы агентурное влияние, агентурная война, и для того, чтобы этому противостоять, нужно закон, значит, противоборствию именно, как иностранным агентам, но именно квалифицировать это, да, то есть дифференцировать его на российскую агрессию. Я объясню с жителям слушателям, вот в 38-м году в Соединенных Штатах Америки был принят закон об так называемый закон об иностранных агентах для борьбы с подрывной деятельностью Гитлера, который свою пятую нацистскую колонну формировал в Соединенных Штатах Америки. И в 2012 году в Российской Федерации был принят закон об иностранных агентах по аналогии с законом Соединенных Штатов, с одноименным законом Соединенных Штатов Америки, но в России этот закон был принят чисто для борьбы с оппозицией, потому что Россия страна агрессор-оккупант, она тогда еще готовилась к агрессии, а в стране агрессоры не должно быть каких-то иных мнений, там должно быть постоянное единомыслие. Но и такого же типа закон, конечно же, нужен в Украине, но проблема заключается в том, что много различных проектов органов, даже государственной власти, общественных, гуманитарная помощь, больницы, вот борьба в том числе с коронавирусной инфекцией финансируется из стран цивилизованного Запада. И если в Украине просто будет принят закон то есть это будет излишнее законодательное регулирование, которое впоследствии приведет к... РФ может этим воспользоваться. И агентура РФ, и это просто приведет к коррупции, по итогу, к неэффективности. Нужен точный закон. Понятно, что есть инициативы, как их притворять в жизнь. То есть, как сегодня Кармазин высказался, что... Это через комитет нужно образовывать, Верховный Рад, вот это... Эти все инициативы могут быть реализованы только в рамках создания, которое мы планируем создать, межведомственную рабочую группу на базе комитета по обороне национальной безопасности в составе представителей СБУ, МВД, Генеральной прокуратуры, специалистов и депутатов Верховной Рады. То есть вот такое... как это сейчас принято говорить, частно-государственное партнерство, оно поможет решить задачу законодательного обеспечения. Почему? Потому что в Украине в основном законы такие, которые касаются мирного времени. Но Украина находится в состоянии вынужденной обороны от российской агрессии. Поэтому должны быть приняты адекватные законы. Конечно. Мы неоднократно посещали круглые столы, проводили конференции, все это уходит, как говорится, в говорильню. А нужно это все на законодательном уровне применять и противодействовать, реально вести противодействие агентуре.
Вот, и делаются шаги, да, уже несколько организаций объединены. Абсолютно правильно, да, потому что сейчас время пришло практики, говорение должна быть в конце концов закончена, и в том числе вот ратификация Римского статута Международного уголовного суда, принятие закона о военных преступлениях, о противодействии российской агрессии, о борьбе с коррупционизмом, да, это вопросы геополитического международного выживания Украины. Правильно, идет, значит, олигархи продают Россию и Украину, скупаются телеканалы, нету противодействия пропаганде, которая идет через телеканалы, которые основные сейчас и дальше, будет только ситуация ухудшаться, поэтому нужно, да, мы на своем уровне как можем противодействуем, значит, закончили. Да, да, потому что я, кстати, да, вот я на слушаниях, и да, сегодня, кстати, да, зрителям и слушателям хочу сказать, что в мире ни одна страна на земном шаре не ведет такой профессиональной, скоординированной, целенаправленной агентурно-подрывной деятельности против других стран на их территории, как Российская Федерация. То есть Россия – это один из ведущих мировых гибридных агрессоров. И чтобы пресечь агентурно-подрывную деятельность, которая уже угрожает суверенитету и национальной безопасности Украины, только в рамках надлежащего законодательного обеспечения. Поэтому и закон о противодействии российской агрессии нужен для Украины с целью ее геополитического выживания. Хорошо, спасибо. Будем вас оповещать о дальнейших действиях Института национальной политики, вести эфиры и читайте Юрия Шрипа, он постоянно пишет статьи. И у нас на сайте Института все наши мероприятия, которые связаны с инициативами, которые должны претвориться в законодательности, ну, оформиться законодательно, все у нас есть на сайте. Так что, друзья, до новых встреч!